Всем привет, с вами Штейн, а на пороге у нас очередной ивент предновогоднего марафона «Праздник неустрашимых». И, как по мне, он реально может затмить собой предыдущие мероприятия. Как по качеству и интересности наград, среди которых части почти новых стилей и светящееся оружие, так и по количеству лагов и проблем. Но обо всем, как всегда, по порядку. Поехали! Итак, праздник неустрашимых стартует прямо сегодня, 14 ноября в 17:00 по московскому времени. Продлится всего 5 дней и закончится 18 ноября в это же самое время. Да, всего 5 дней, но они будут действительно очень насыщенными. Ведь на протяжении всего ивента с любого финального босса группового подземелья для 4 игроков, помимо обычной награды, будут падать праздничные контейнеры. А в них нас ждут кристаллы трансмутации, мотивы, уроки верховой езды, ключи неустрашимых и уже привычные наборы расходников. Но разумеется, самое интересное вовсе не это. С каждого первого в день убитого финального босса группового подземелья будет падать суперконтейнер, в котором помимо обычных наград гарантированно будет одна страничка нового стиля оружия с уникальными визуальными эффектами. Всего таких оружейных сетов 4, называются они опаловые и представляют из себя наборы из оружия, маски и плечей, переработанных из уже умеющихся в игре стилей Иламбриса, Блудспаун, Энджин Гвардиан и Тролл Кинг. Все они получили интересную радужную окраску, похожую на разлитый в воде бензин, а оружие каждого сета имеет свой уникальный визуальный эффект. И если случайная страничка оружия, как я уже сказал, падает с первого в день босса группового подземелья, то маска и плечо добываются вполне классическим способом. Шапки выпадают с последних боссов ветеранских хардмодов соответствующих данжей. Блудспаун в Спиндлкач 1, Иламбрис в первой крипте сердец, Энджин Гвардиан в пещерах глубокой тени 2, а Тролл Кинг в своем священном горниле. Плечи же по обыкновению появятся в продаже у мастеров неустрашимых. Тут, правда, есть нюанс. Перед приобретением опаловой версии сета сначала нужно будет купить обычную у того же торговца. Однако проблема это явно не будет, ибо ключей на таких ивентах всегда вдоволь. Также, что интересно, странички оружейного стиля с маленьким шансом будут падать из обычных контейнеров последних боссов, количество которых в день никак не ограничено. Ну и конечно же снова на ивенте не обошлось без индриков. С того же самого первого босса группового подземелья в день вы будете получать еще и 3 билета неустрашимых, за которые у импрессарио можно будет купить следующую белую ягоду, все предыдущие, полный набор перьев стандартного индрика и все те же части опаловых сетов, оружие, маску и плечо. Наконец-то действительно будет куда потратить билеты. Ну а обобщая, все эти 5 дней, проходя всего один рандомный данж в день, мы помимо обычной награды получим 3 фестивальных билета и крутецкую коробку с ништяками и одним гарантированным стилем оружия с симпатичными новыми эффектами. Ну а если вам такой стиль по душе, вы сможете продолжить фарм, бегая по данжам за обычными коробками, попутно собирая кучу приятных расходников или обменивая нужные куски за заработанные билеты у импрессарио. Если, конечно же, в очередной раз не загнется поиск группы, как это происходило на протяжении уже совсем немалого количества подобных праздников. А без корректно работающего поиска весь смысл ивента просто пролетает в трубу. Но я очень надеюсь, что разработчики, наступая на одни и те же грабли, наконец-то смогли оценить масштабность наплыва игроков во время ивентов. И в этот раз действительно выделят достаточно мощностей на поддержание работоспособности серверов. Хватит уже лажать. Но, как говорится, надежда на то и надежда, чтобы умирать последней.
отдав все полагающиеся почести поиску группы. Ну и да, чуть не забыл, прямо сейчас и до 2 декабря на всех платформах, кроме PlayStation 4, стандартное издание игры сейчас продается еще и со скидкой в 50%, всего за 400 рублей. Врывайтесь, пока дешево, если, конечно, сможете. Ну а на этой еврейской ноте у меня на сегодня все. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Надеялся на фарм и готовился к лагам. Для вас, как всегда, Штейн. Выбирайте сеты, собирайте группы, не пропускайте ништяки. И да светлая память бедному грибному гроту один. Ну и, конечно же, не болейте, не скучайте и до новых встреч!